знаете, мне кажется, даже это слишком много. Он, получается, подарил мне 20-35. Ой, спасибочки. Павел, привет. Поставил лайк, спасибо. Ребята, ставьте лайки, чтобы мы с кем-нибудь сделали батл. И тогда все силы наши нужны будут, чтобы мы их порвали. Я надеюсь, что мы так и сделаем. Сегодня, в принципе, неплохой день, да, чтобы кого-то порвать. Ну, выиграть. Саша, спасибо за лайки. Максим, спасибо. Максим, спасибо. Чехлы есть. Так, чехлы какие именно? Уточняйте, пожалуйста. Максим, если ты станешь банкротом, прости, пожалуйста. Ну, чехлы на телефон есть, но какие именно? На iPhone 14 есть, они на... ну, остались... Если прозрачный остался, ну, они обычные. Есть розовый, силиконовый, яркий такой, желтый и вот черный, и все. Пока нет. Владимир, привет. Всем привет, ребята. Ставьте лайки, ставьте лайки. Ребята, откуда вы? Я из города Петропавловск. А вы откуда? Ребят, пишите, из каких вы городов. Вот напишите. Мне интересно просто, откуда меня смотрят. Мне будет очень приятно, откуда вы из меня смотрите. Дарим пандочек. Да. Привет, я с Астаны. Астане, Шымкенту, привет вам. Есть стекло на 14 Pro Max? Нет, на 14 Pro Max стекло нет. Привет, Караганда. Привет, с Петропавловска. Хельсинки. Максим, спасибо за паночки. Опять спасибо. Кадим, привет. А оригинальный есть? Слышала про оригинал, который звук издает, когда его надеваете? Нет, таких нету. Я из Украины. Украине, привет. Что, приезжай в Караганду. Обязательно. Максим. 40. Спасибо вам за подарки. Я с города Петропавловск. Ребята. Всем города Петропавловск, привет. Вот. Привет из Молдовы. Привет. Привет из Белоруссии. Ребята, привет. Белоруссии, привет. Бутики обычно, но я не скажу, где я, потому что многие люди будут с Петропавловска. Что ты у меня там спрашивал? Шымкента. Я же сказала Шымкенту привет, ребята. Спасибо. Но мне... мне, в принципе, как бы приятно, и зачем быть грубой, с... когда, конечно, грубые подписчики прям такие, которые прям до невозможности, и, естественно, я буду как-то уже как-то невозможно реагировать. А так, конечно, сколько лет? Сколько лет? Вот все мои, мне всегда 15. Я считаю так, что мне всегда 15. Вообще у меня возраст не меняется. Я вообще не меняюсь, да? Я вот такая особенная. Ребят, спасибо за лайки, Павел. Спасибо, ребята. Не забывайте про Каспи. Переходите, подписывайтесь в Инстаграм. Мне будет очень приятно, вам не сложно. Привет. Привет, ребята. Спасибо за лайки. Добрый день. Откуда вы? Добрый день. Я с города Петропавловск. СКО. Страна Казахстан. Мне кажется, мне надо здесь написать, что будто я с Петропавловска, да, чтобы все уже сразу заходили и прям вот сразу читали и видели, откуда я. Казалжар. Так, сейчас где? Сейчас я на работе. Казалжар. Ну, типа его хотят переименовать так, но и официально еще не было такого, поэтому я не знаю. Ребят, подписывайтесь, не забывайте про циферки, которые закрепляют мои модераторы. Вот. Рустам вернулся, да. Первый подарок. Что он мне подарил? Спасибо, спасибо большое. Спасибо.
о, Москва, Москве привет. Я вот всегда хотела побывать в Москве. Мне казалось, что это прям такой город, который вообще нигде не... Ну, типа, у него нет страны. Вот, я всегда так думала. Привет всем. Это когда я маленькая была. А сейчас, конечно, с возрастом я поняла, что это типа Россия, там столица, все такое. А так, ребята, я тоже не такой... Вау, ребята, привет Москве. Ребят, не забывайте Каспи. Каспи работает. Максим, спасибочки. Классно, 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 ребята. Амир. Вот, вот такие вот, видите, как Амир, но они вообще ни в какие ворота. Так, ну сейчас... Да, многие кто... Амир, просто у тебя с головой не в порядке. Такие люди, они не пишут сюда всякую чушь. Надеюсь, мы с Амиром встретимся. Надеюсь. Ты сама такая. Хм, спасибо. Мне говорят, ты я, в принципе, мне пофиг. Привет, ты с какой заправки? Привет. Я в заправке, которой не существует. А, внешность. Идеально подходящих медиков. Я тоже... Я когда была маленькая, и это у всех есть, они всеми мечтали стать. Я хотела стать ветеринаром, правильно? Ветеринаром. Вот это в тупике сейчас я. Ветеринаром. Правильно, да? Правильно. Я хотела стать ветеринаром, потому что я, в принципе, всегда я очень люблю животных, я люблю животных больше, чем людей. И, в принципе, я хотела им помогать, потому что их многие обижали. А я думаю, я им помогу. Я испугаюсь тебя, не собираюсь. Ребята, давайте все тихо-тихо-тихо, расход. Не обращаем внимания на людей, которые позволяют себе такие слова. Вот, поэтому мы спокойно будем общаться вместе с вами. Кто хочет какие-то грубости написать, переходите в личку, пишите там. Вот, здесь мы не будем ругаться, и у нас здесь не для ругания, да, прямой эфир, стрим. Поэтому давайте, здесь будем в хорошем настроении, потому что я близнецы, и я очень падкая на настроение, и я могу...